В 2014 году база СНГ изготовит двери. Но прежде всего нужно распилить лес, доски высушить в сушильной камере, а затем обработать их на специальном станке, после чего передать их в слесарную мастерскую. В умелых руках из шпунтованных досок получаются крепкие, надежные двери. Стоимость этих дверей относительно невысокая, всего 2200 рублей. Узнав об этом, даже Обама рассердился. Наши двери пинать не нужно. Мы изготовим вам их, если закажете на сайте www.sng-shop.ru.